Так, какой? 16 уровень-то или 17? Кросс, кросс, триангл, триангл, сквер, сквер. Чего? Стоп, назад. Circle, circle. Мудак. Так. Сейчас игра начнется. Мне нужно будет ваше объективное мнение. Хорошо, плохо. Что-то я не понимаю. ФПС один куда-то все равно улетает. Я хер знаю, что происходит. Так, говорите мне, пожалуйста. Нормально все? Или что? Да иди, твою мать. Да, блядь, при чем здесь твое 360p? Мне в 1080 нужно знать. Хорошо смотрится или нет? Нахер мне твое 360? Блядь, опять я туплю. Не туда прыгаю. Да лол. Ничего. Нормально все. Сам что-то понять не могу, что происходит. Звук чище стал. Я со звуком вообще ничего не менял. Ну-ка, подожди, мне... Ай, блядь. Хотел проверить. Проверил. Короче. Тут можно вот так. Баем! Привет, Варзай. Алло. Опять я? В смысле опять я? Опять этот прыжок охерительный? Не, ну так мало чего изменилось, да. По сути. Просто... Я что-то скриншоты сделал. Того нового и старого. И почему-то вот в этой версии на определенных цветах более лучше выглядит. Я хер знает. Окей. Запасочка. Так, тихо. Да лол. Да лол! Шел нафиг.
пошел. Ой, блять, куда? Черт. Там, блин, этот был. Там дорога была, но она была на заднем плане. Какого хрен-то? О, видишь, они на заднем плане, эти дороги. Они нарисованы как... Да, блядь, куда ты? Ой, Абдурахман. Пожалуйста. Чё, вот чё это за прыжок, блядь, периодически? Что это такое? Чё пьёшь воду? Мне кажется, ковбоев лучше вообще не трогать. Просто перепрыгнуть их. Потому что как только я их начинаю трогать, начинается полная херня. Энергетики я пью. Что ты еще? Что ты еще хочешь услышать? Вот, смотри, видишь? Как будто бы дорога влево идет. Ба! Нет. Нет. Тайгер Хейрам. Спасибо за хост. Так, шлем запаска, отлично. Окей. Да, блять, в смысле? Ну, вот куда я должен был прыгать? На нижнюю или на верхнюю? Чё? Я в этой игре порой ничего не понимаю. Не, слушай, вроде бы чётко устаканился этот FPS. Может, конечно, кадр один пропадает так же, как и 5 минут назад. Так, подожди, а где мой шлем? Алло. Что? Нормальный саундтрек. По РЕН-ТВ его часто слышу. Ночью. Я верю в то, что можно увидеть. Обычно. Ты видел инопланетян? Я вот нет. Я верю в Рокиса. Ветромошка.
Да сколько вас там, алло? Привет. В смысле зря? То есть мне не надо верить в Рофиса? Я знаю, но я все еще верю. Забей. На что? На то, что ты что-то придумал и не смог сформулировать у себя в голове. Хорошо, я забил. Не знаю на что. Это дорога или что это? Так, здесь, наверное, надо наверх. Хотел что-то умное сказать. Типа ты веришь в короля? Ну ты же его не видел. В королей. Да, ты что-то подобное хотел сказать? Блять, да в смысле? Да ёбаный, иди ты нахуй. Дебилоид. Да в смысле, я вдалеке был, алло? Блин, одно дело не верить истории, а другое дело не верить в инопланетян. Ну ты, блядь, сравнил, конечно. Тебе правда хочется узнать, что там? Мне вот что-то не особо. Красиво было. Так, стоп. Успеем? Да ну! Нахе! Так, надо еще аккуратно. Где я умер? Где-то тут я умер, да? Так, окей. Спокойно. Так, вот он делся, кстати говоря. Воу-воу-воу-воу-воу! Шлем, шлем, пожалуйста, шлем. О, спасибо. Так, ковбоев не трогаем. Шлебянин нахуй. Ху, блядь, жулик! Жулик! Не воруй! Жулик, не воруй! Шел вон. Хуба! Шел вон. Так, а может уровень-то уже кончится, нет? Блядь, Журик! Журик, не воруй! Шо вон? Что это за сундук?
Что это? Да тип, в жопу ваши монеты. Мне шлем нужен. Запасной. Вдруг беда. Кыщ. Так, а вот куда мне сейчас? Такое ощущение, что можно было залезть. Блять, ты издеваешься, что ли, Гран, до мной, или чего? Можно я наверх куда-нибудь взлечу, нет? Да ты, блядь, троллишь, что ли? Шлем бери! Нахуй! Что это? One up! Конец уровня. Конец уровня. Блять! Ух ты, прошли. Пел-пел. Пел-пел. Фух, жесть. А такого уровня не было? Такого не было. Просто начинался точно так же. Да как можно было промахнуться? Там этих стервятников жопой жуй. Как можно было промахнуться? Да ну ёпта, мать, иди в жопу. Женесли. Черт. Факин воробьи! Что? Ряпеп. Ряпеп. 17, 19, 20, 21, 25 уровней осталось. Ну, если они вот так вот будут с одним экраном, что не факт. А можно... Можно шлем, ну? Куда ты? Что ты делаешь? Так. Да ну ядрить. 21 уровень первого мира. Смешно. Да я же крутился же! Я же крутился! Слышно было! Да ага, я охуеть вообще! Слышь, чё? Это так-то немножко... Чё-то сложно, нет? На нахуй.
Окей. И, конечно, ты здесь, блядь. Нет! 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 Шлем! Чёлот... Да ёб твою мать. Добро пожаловать в аутистские уровни. Это уровень с боссом. Они очень дурные. О, сразу дамаг. В начале уровня. Замечательно. Так, что ты там мучишь? На этом можно стоять? Да в смысле? Ну что это 3D. Сейчас он будет приземляться. Окей. Я, пожалуй, вниз спущусь на всякий случай. В кораблю где-то 3, наверное, удара. Но тут. Проблема в том, что вот эти вот мужички, они все время определенно летят с определенной точки. И если они летят не туда, то дамага не будет. Бляха, я что-то засмотрелся на... Да кто? Я что, бессмертен перед шипами во время кручения? Чего? Я тебе говорю, имба какая-то крутилка. Привет, Мобл. И плюс, короче, если я умираю, дамаг, нанесенный боссу, остается. Насколько мне стало понятно. С прошлых разов. По-моему, он сдох. Нет? В смысле, жив еще? Нет! Нет. Спасибо. Яму. Сундук. Хилка. Да, блядь, это-то откуда взялась? Слышь, чё? Это нечестно как бы, нет? Ну хотя бы они дают шлемы. Труп. Труп. Девятнадцатый уровень. Давай, что вы там мне подкинете? Что будет? Ух ты, как клево выглядит-то. Ядрить. Ядрить, тут что-то слишком много всего. Там планеты, астероиды на отдельном слою. На двух отдельных слоях. Кратеры сзади, кратеры снизу. Кратеры снизу сзади. Господи, какие-то духи летают. Что вообще происходит? Это дамажит? Господи, этот уровень слишком шикарен. В визуальном плане хотя бы. Ай! Так, я не очень фанатею от врагов невидимых. Все, они как-то немножко сливаются с землей.
Так, что-то мне подсказывает, что лучше туда не падать. А куда тогда идти? Я могу это перепрыгнуть. В принципе, да? А у меня нечего. Это? Нет. Сюда. Да чё ты бесишь? Да в смысле, куда идти-то? Идти-то некуда. Алло. Да чего, вниз что ли упасть? Да иди ты в жопу, блядь, там не перепрыгнуть никак. А где я должен был взять этот-то? Чего? А, тут вот еще есть. Ладно. Блядь, взлети, пожалуйста. Да ну... А, не дебиль. Да ты что, издеваешься? Как это работает-то вообще? Там были монеты? И нахуя они мне, простите? Чего? Что-то уровень прикольный, но что-то, короче, дичь какая-то. Честно говоря. Red Freaks. Кс-кс-кс-кс-кс. Нет, тут я не допрыгиваю явно. Может это ломается? Нет. А не ломается, не перепрыгивается? Что я должен делать? Может быть вот это? Как использовать? А, шлем-бомба. Ууу, ясно. Я не знал. Ну дед, нету, конечно. Дед же сказал, что он будет появляться и говорить, что мне делать. Ну, он, короче, забил просто. На всю эту нашу поездку. О, боже. Я прям чую, как я сейчас умираю. Да вы, блядь, издеваетесь, что ли? Похоже. Бам! Ну это у него такое-то. Он просто не... игра старая, он еще не знал про... Ой! Да лоль! Да ну прыгни ты! Ты что, издеваешься надо мной? Ох. Да ты ч... хорош! Учите сделать щитомена щеглы, блядь. Нет! Блядь, он неуправляемый во время этих потоков. Просто неуправляемый. Он летит куда-то, ему вообще насрать. Та-та-та! Так.
Да ну я и дрил тебе, игра, алло. Сисяй. Сива. Ну и чё? Блять. Кто-то был прав по поводу того, что без шлема он просто не кидает предметы. Спасибо. Без шлема тупо не работают предметы. Ты, блядь, угораешь что ли надо мной или чего? Че, нельзя было шлем что где-то здесь поставить? Прям вот близко. Знает же ведь, что нужно. Доброе утро. Да, я ушел. Никаких лагов нету. Это вопрос для тех, кто смотрит в 1080. Игра меня троллит. Давай, адская сатана. Сигнал, видимо, поступил. Пошел на перекресток. Да кто, откуда? Так, подожди, почему здесь появился этот казан? Откуда он здесь? Так, мы пока живы. Шел нафиг. Не, реально, почему они не сделали, чтобы без шлема можно предметы использовать? Это прям так урезает тебя в способности. Капец просто. Ой, чекпоинт. То есть здесь все это время был чекпоинт? Как же это здорово. Можно вверх? Можно вверх? Вверх, пожалуйста, вверх можно? Вверх. Вверх. Ты что, издеваешься надо мной? Дебил, нет? Можно я наверх залезу, алло? Ты... Блять, эти потоки. В этой игре, блин, есть клевые механики. Ну, сука, как они здесь реализованы, это пиздос полный. Я боюсь вставать здесь. Просто уже вторая хрень, которая меня нервирует. Первая хрень — это были бочки, которые не работают абсолютно. Теперь вот это говно, которое тоже не работает. Прыгнуть вперед. Тихо. Да какого? Прыгнуть вперед. Так, чё я помер? Шипы. Ого, 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 вот это нихера себе. Вот это я увернул.
А этот уровень надолго? Что мне он не нравится. Ой, ну начинается. Ну начинается. Ну начинается. О. Да брось. Так. Эти хуйнюхи напоминают Oddworld почему-то. Да ну брось! Ну что это? Да, блядь, спасибо. Угу. Да иди в жопу, игра. Да что? Я не знаю, как это работает. Иногда срабатывает нормально, иногда нет. То ли нужно прыжок в определенный момент нажать, то ли что-то... Что-то еще? Так, шлем, отлично. Шлем, хорошо. Фу. Не надо. Да-га. Да-га. Да-да-да. Фу! Прыгни. Я сделал это. Я прошел 19 уровень. Шлемы лутай. Я не совсем знаю, зачем деньги нужны здесь, в этой игре. Мне они, в общем-то, в этой игре не нужны. Что мне в этой игре нужно? Так это жизнь в конце уровня. Блять, слышь, чё? А ты, может, запрыгнешь? Какой смысл-то этого всего? А, вот. Я не пойму, как тут залезть-то, иврит? А тут, оказывается, вот оно что. Жинь? Жинь. Думаешь? Я даже не проверял. Пел-пел. Пи-пи-пел-пел. 20 уровень. Еще 3. Фу. Дай угадаю. Эта тема будет до конца игры, да? О, боже. Чего, блядь? Чего? Куда? Слышь, игра, а дай мне шлем. Потому что ты, по-моему, немного охерела. У меня есть шлем в загашнике, а она мне его не дает. Как мне его? Дай мне шлем, слышь, чё?
О, треугольник, оказывается. А чё, сразу мне не дать его? Зачем какие-то комбинации нажимать? Четыре. Вот куда прыгать? Серьезно. О, боже, блядь. Игра. Не душни. Потому что ты душнишь. Ты сейчас очень-очень сильно душнишь. Не надо душнить, пожалуйста. Я знаешь, чему рад сейчас, вот, серьезно? Ковбоев нет, блядь. Ковбоев нет, все, я счастлив. На остальное у меня что-то пока что это... похеру. Главное, что ковбоев нету. Эти-то мелкие хуи с ними. Так, как тут прыгнуть-то? А тут реально прыгнуть-то? Ты в смысле? Куд... Что ты делаешь? Это вообще было реально сделать-то? О боже. Бэкграунд здесь, конечно, ебанутый. Да ну вот и чего? Как? Что? Смысл того, что я пытаюсь сейчас выжить. Нет. Да ну нет, блядь. Ты издеваешься? Ебать. Да ну вот ты чего? То есть я сейчас должен... То есть я сейчас должен, блядь, прокатиться без дамага, блядь, и перепрыгнуть? Да вы что, ебанутые что ли, блядь? Вы вообще игру тестировали? С этими, сука, бочками, с этими, сука, трамплинами. Паровыми. Говнище полное. Зачем? Игра такая хорошая была. Алло. И жуть. Ты хочешь сказать, они что, блядь, игру взяли и выпустили, что ли, просто, блядь, не тестируй ее, они что, блядь, наркоманы? Это типа тоже, что ли, платформа была? Не, я, конечно, понимаю, что потому, что я сказал, да, они наркоманы. То, что не похоже, что они тестировали эти штуки. Скользкая игра. Очень скользкая.
Как я должен это сделать? Так это невозможно же! Так это, ну, невозможно без дамага пройти. Он же, блядь, по физике вниз падает, а потом вверх летит. Алло! Как? Вы сами, блядь, эту физику сделали, алло. А теперь вы, блядь, пытаетесь меня убедить в обратном, что, блядь, это возможно? Это бред, блядь, собачий. Вы просто хотите у меня шлем отнять и все. Чтоб типа, живи, блядь, как хочешь теперь. В каких играх мы делаем что-то невозможно? Конкретнее, Гранд Мейдж, конкретнее. Да в любых. Бред. Да ну это, блядь, не считается. Да чё, при чём здесь магия вообще? И откуда ты взялся-то? Я всех убил. Откуда он взялся? Сижу, чат читаю. Мне тут в спину, блядь, прилетает. Замечательно. Я, блядь, про платформинг говорю, а ты мне... Про хуйню какую-то. Почему здесь, блядь... Враги и магия. Да! Вот это вообще норм было. Она же ушла. Ой, блядь. Это надолго. Хоть здесь они шлем дают. Чего, простите? Это любопытно. Любопытничал. Каких вихрей? Вихри ты видишь? Ты потоки гейзеровые. Хоть! Дэн, это бред полный. Они реально пытаются вот просто отнять у меня этот шлем и все. Живи без него. Да ну остановись ты. Да ну... Ух! Ну ладно. Да ну куда ж ты?
Блять. И опять это место с бочкой, да, проходить? Жу, блять, какая. Как я его в прошлый раз прошел? Иди нахуй, игра. Спасибо. Опять заново. Да они вроде выглядят по-разному, но они работают-то все по-одинаковому. Гейзеры эти. Да ну вот как я должен это пройти? Прыгнуть на самый краешек? Да ну это не работает так. Пистос. Да ну гонишь туда, ты теперь еще и не прыгаешь, блядь, охуенно. Здорово. Ну вот этот похож правый, как будто бы... Да он так же стреляет. Разницы никакой. А, вот кто меня убил. Хостить разные каналы рандомно раз в 15 минут, объясните мне. Что-то я не улавливаю мысль просто. Это я вот про этого человека, который сейчас захостил. Что это такое? Чё это за бред? Нужен перерыв. Нужен перерыв. Здесь музон на паузе работает. Не работает. Ладно. Блин, 3 уровня остается. Конечно. Ты к чему? К чему ты вопрос задал? По поводу паролей? А зачем пароли, если так проще? В смысле, зачем карта памяти, если вот игра, бляха-муха,
из 22 уровней.